Всем доброго времени суток, и вновь я представляю вам еще один осколок яичных паскалок из игры StarCraft 2. Нам всегда есть чем заняться в играх, а в стратегиях мы вообще постоянно что-то делаем. То юнитов гоняем, то базы строим, или вообще с друзьями веселимся против таких же людей. Но что мы никогда не делали, так это не задумывались о мыслях братьев наших меньших. Естественно, речь идет о героях, которыми мы управляем, а не о собаках или кошках. Что ж, давайте пообщаемся с ними, вдруг что интересное расскажут. Так, для начала возьмем кого-нибудь попроще, ну, например, дозорного. Он же робозиот все-таки. Не называй меня роботом-зилотом. Так ты оскорбляешь мой народ. Мы предпочитаем зваться механическими тамплиерами. Я понял, не кипятись, железка. Из-за подобного обращения первое поколение чисельщиков восстало против своих создателей. Ты точно хочешь испытать мое терпение? Так, кто там у нас следующий? Я никак не могу прочесть твои мысли. А, Темплар, это ты? Похоже, моя сила еще не полностью восстановилась. Со всеми бывает. В следующий раз у тебя точно получится. Дай-ка я попробую еще раз. Ты ощущаешь счастье? Нет. Печаль? Нет. Все-таки счастье. Как темные тамплиеры могут так жить? Ну блин, они годами тренируются, постигая пустоту. Теперь я даже не знаю, что чувствую сам. Ладно, раз голова болит, доставать больше не буду, но может хотя бы пошутишь под конец. Знаешь, сколько энергии тратится на искрометные шутки? А если нужно будет срочно бросить пси-шторм? Ладно, может, Корсара спросим? Друже, тебе как в небе вообще летается? Небеса принадлежат мне. Какие красивые лампочки. Что будет, если нажать на эту кнопку? Кажется, это было зря. Так, понятно, десантируемся. Я бы даже сказал, очень зря. А вот и посвященный. Ты не против поболтать? Говори. Может, я выслушаю тебя. Ой, нашелся тут король, видите ли. Не забывай свое место. И это мне говорит наркоман, сидящий на Серазине. Ты просто не знаешь, какое это благо. Так, пойдем-ка отсюда. Моими помыслами управляют пары Керосина. Дыхание жизни. Все, что было скрытым, становится явным. О, Мираж, можешь мне помочь? Мне нужны какие-нибудь интересные истории. Не важно, что воины-роботы могут сделать для тебя. Важно, что ты можешь сделать для них. И чем же я вам таким могу помочь? Чего мне хочется? Я бы не отказался от нового оружия. И еще, может, высокомощных батарей. А новые ячейки из сжатого дрилля тоже хороши, да. И как насчет свежей краски? Я не сильно наглею. В конце концов, это первая просьба за тысячелетия. Не так-то просто выглядеть внушительно после тысячелетий сна. Да, нехилые у тебя запросы. Надо будет послать их в головной офис Blizzard. Ладно, может, нам удастся с кем-нибудь еще поговорить. О, а это я удачно в храм зашел. Артанис, день добрый, расскажите нам о своем прошлом. Адун Тассадар Зератул. Ни один из моих наставников не дожил до старости. Возможно, цена величия слишком высока. Согласен, но этого как-то маловато. Может, еще что-нибудь? Я, конечно, иерарх. Но это вовсе не значит, что мне нравится много говорить. Да ладно вам, мы ж недолго. Я вижу, настойчивости тебе не занимать. У тебя в роду талдаримов не было? Нет, таких вроде бы не припомню, но все же давайте вернемся к истории. Когда я был тамплиером, я решал проблемы при помощи пси-клинка. Я понятно объясняю? Понятнее некуда. Ребята, пошли назад. Феникс, брат, как нервишки, не шалят на службе? Мои нейронные узы не восстанавливаются. Ясно, значит, устаешь часто. Мы сражались из последних сил. Но вот мы снова идем в бой. Выходит,
те силы были предпоследними? Ну, у всех внутренние резервы есть. Мы чувствуем твое присутствие. Оу, кажись, нас заметили. Стойте, да это же арбитр. А, еще одна душа, жаждущая узнать истину. На самом деле, у меня всего два вопроса к вам. Как вам Артаннис, и что вы думаете по поводу недоверия к чистильщикам? Мы судьи. Бесконечно благодарны Иерарху за то, что он вновь позволил нам служить Айру. Но вы, тамплиеры, по-прежнему относитесь к нашим действиям настороженно. Мы жаждем спасти наш родной мир не меньше, чем кто бы то ни было. Все ясно. Осталось донести это все до масс. Давно я хотел пообщаться с каким-нибудь зелотом. Мне вот интересно, о чем вы вообще думаете? Говорят, что блаженны неведающие. Скажи, это правда? Ой, прости, я тут немножко о поняшках задумался. Ты не повторишь? Какое спокойствие должно быть царит в твоем разуме, неотягощенном мыслями? Я смотрю, ты больно умный. А если топориком тебя по голове треснуть, а? Не заставляй меня считать до смидлиарда! Так, тихо, успокойся. Мы уже уходим. На самом деле, мой рабочий день на сегодня уже подошел к концу. В общем, я со всеми вами пока прощаюсь, желаю всего хорошего и не забывайте заходить к нам на канал. Скоро здесь будет много интересного. А послезавтра выйдет еще один новостной блог, где мы допросим оставшихся героев. Всем удачи и пока-пока!